обошла 184 всероссийских библиотекарей и попала в двадцатку лучших. Надежда Сапилова участвует в конкурсе «Библиотекарь года 2015». Чтобы победить в престижном конкурсе, городские библиотекари призывают голосовать всех неравнодушных жителей города, не только из Северодвинска, но и всего региона. Женщине, которой он помогает, она также его предает. О помощи другим людям с трепетом рассказывает Надежда Сапилова. Лавр Евгения Водолазкина – одна из любимых книг библиотекаря. А выбирать действительно есть из чего. Только в зале гуманитарной литературы прочитано более 2000 книг. К слову, после окончания университета Надежда хотела работать учителем русского языка и литературы, но стала библиотекарем. Спустя 12 лет работы с книгами решилась на всероссийский конкурс «Библиотекарь года 2015» и попала в двадцатку лучших. Для меня это было неожиданно, конечно, я тайно так мечтала об этом, да, но не думала, старалась не думать, будь что будет. Вот так получилось, для меня, конечно, это большая радость, что не зря все это делается, да, все, что вот я вкладываю в свою работу, я люблю свою работу, мне нравится работать с разными категориями граждан. Под руководством Надежды реализуется множество проектов. В рамках активации «Вирус чтения» молодежь прививает любви к книгам, а те, в свою очередь, показывают свои таланты. На базе библиотеки «Бестселлер» она организовала клуб «Русский сюжет». Сейчас его посещают более 30 человек. Надежда признается, порой для участников клуба приходится быть даже психологом. Все это очень интересно, и это... Ну, я считаю, это очень большая заслуга Надежды Николаевны, потому что она много работает над этим, ведь это надо найти людей, пригласить, поговорить с ними, нас собрать всех, а мы не всегда бываем дисциплинированы. То есть, в общем-то, Надежда Николаевна проводит много работы. После многолетней работы Надежда решилась на участие в городском конкурсе среди библиотекарей и победила. Сейчас участвует в третьем всероссийском конкурсе. Уже обошла более 180 претендентов из 52 регионов. Кстати, в прошлом году на всероссийском конкурсе среди библиотекарей коллега Марина Филина заняла 11 место. Это большой плюс не только для нашего города, но и для всей Архангельской области. Поэтому хотелось бы, чтобы таких работников ценных, творческих, поддержал не только город, где живет Надежда, город Северодвинск, но и область Архангельск и другие города. Пока Надежда на 20-м месте. Чтобы помочь победить, достаточно проголосовать на сайте Российской библиотечной ассоциации до 5 октября, а также в группе «Библиотеки Северодвинска» в социальной сети. Главный приз – 100 тысяч рублей и поездка в библиостолицу 2016 года в Калининград. Евгения Карельна, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.